Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Задание дня, ранний доступ. Отважный клевер – лиственное растение, которое вытягивает карты, укрепляя себя и электростанцию в горшке. Он отлично сочетается с колодой «Жвачные динозавры». Ну что, ребята, я в прошлый раз не смог здесь, к сожалению, победить. Но зато я знаю, что теперь у него будет. И будет проблематично, на самом деле, вообще его здесь победить. Так, вот это я пока уберу. И вот это уберу тоже. Поехали. Сейчас он начнет тут. Нет, пока не будем ничего делать. Так, смотрим. А, есть что делает? А я так вот сделаю. Предположим. Далее что? О, как хорошо. Смотри, смотри, смотри. Еще и эволюция. Зашибись, друзья мои. Просто. Так, сделаем туда вот таким вот образом. Еще вот таким. Поехали. Угу. Кошатница. Ты глянь, что творит. Так, бабка-кошатница, да, значит? А если я сделаю следующим образом? Вот так. Плюс вот так. Допустим. И плюс еще сделаем вот таким вот образом. Поехали. Так, минус кошатница. Иди гуляй. Блин, почему защита не срабатывает? О-о-о-о, смотри, что делает. Четыре. Блин, уже будет яйца эти свои разбрасывать. Давай так вот сделаю. Сейчас. Ага. Яйцо свое выбросит сейчас. Свое яйцо свое выбросит. Защитушка. А ну-ка. Слушай, ну это круто. Кто вот у тебя здесь вот по яйцам? Мне это интересно знать. Угу. Беда, ребята, какая-то прям самая настоящая. Ну что, поехали? Кто там у тебя вылупился? Блин, это же сейчас, по-моему, бомбанет, да? Насколько я помню. Молодец. Ну что, ребят, на ваших глазах прошло. Я думал, на самом деле, что проиграем. Думал, сейчас защита сработает и все, но... Благо, у нас все хорошо получилось. Так, выиграйте игру растений. Так, сыграйте 5 зомби, которые стоят не меньше 3 мозгов. И нанесите 20 единиц урона героям Нептусию. Вот такие у нас задания. Плюс еще 10 гемов. Замечательно. Так, ну что же, значит, нанести нам Нептусию нужно, да? Урон определенный. Но сначала давай попробуем с тобой перейти на 39 ранг. Будем пытаться это сделать за наш гриб. Против нас выставляет разгрома, как ты видишь. Да, с ним тяжело воевать, но, ребят, ничего не поделаешь.
Пропустим пока. Сто процентов у него есть валун. Это я тебе точно говорю. Валун у него просто обязан быть. Я не верю своим глазам. Что ты задумал, а? У меня есть микс, если что, фруктовый. Я могу прикрыться. Ага. Посмотрим. Сумоист? Ага, нет, не сумоист, ребят. Немножко печально, что вот так вот получается. На тогда в лобешник. Грибы, ну, грибов куча, а реализовать я их никак не могу пока. Как думаешь, если я вот так сделаю? Блин, он наверняка их будет прокачивать. Наверняка. Да, вот так вот сделаем. Поехали. Так, ну срабатывает защита, как ты можешь понимать, да? Сейчас у него бенем. Тратить он наверняка ее не будет. Он там хилка выпала. Ага, вот как. Слушай, а вот это вот хорошо, что он здесь потратил. Этих-то у меня 4 штуки, поэтому как бы найду управу. Ну вот это будет похуже. Ох ты. Ну что, если вот так вот сделаю? Блин, и что? Ну и вот так еще. Где мои, блин, эти грибы-то? Я не могу понять. Опять ты, а? Ради бога. Я не особо сдержусь за этот. Поехали. Бамс. Так, ну мы этот зомбаря этого уничтожаем. Ребят, где карты мои все? Чё за бред мне выпадает? Чё это за фигня, блин? Чухня полная, блин. Понимаешь? Вот это что такое? Я не понимаю, ребят. Чё за бредотня, а? Ну серьезно. Раздражает меня. Там опять, наверное, вот этот чудило сидит у него. Посмотрим. Нет. Убивает, да? Мой бедный цветочек. У него хил есть там, не забывай об этом. Микс. Что, еще давай сюда этого своего спортсмена вызывай. Тогда будет вообще весело. Нет, друзья мои, тут немножко другая система идет. Давай от этого уберем отсюда. Все, убрал. Красавчик. Так, этого подобьем. А здесь я поставлю вот так. Но не забывай, что он этого тоже мне может подбить. У разгрома есть такая штучка. Так, но он ничего не стал делать. Так, остается у него 10 хп. Да как же ты запарил-то, а? Ни могилоедов, ничего, ребята, нет у меня здесь, понимаешь?
Давай так сделаю. Посмотрим. Опа. Опачки, кто у него там, смотри. Так, хилка, да, у тебя там? Да хилка, 100%. А вот это плохо. А вот это плохо, друзья, что он сделал сейчас. Угу. Все на этом. Ну, че, ребята, пора ушатывать, я так понимаю, да? Да, это было... большая твоя, парень, ошибка. Смотри, что мы сделаем с тобой. Вот так вот. Вот так. И вот так. Все. Так, нам нужно еще сколько там? Две победы, по-моему. Ну, на самом деле, карта какая-то, ну, вообще, ребята, просто не шла в руку. Ну, ты сам видел, да? Грибов моих не дали мне, как... Я еще удивлен, что он так на таком ранге. Какая-то колода у него была. О, ржавый разряд. Ну, этот-то меня сейчас, наверное, тут накроет. У него баллон... У него тут дофига всякого, ребят, есть. Как раз все против меня. Даже не знаю, стоит ли. Ладно, ставим. Это, так сказать, убийца грибов. Вот он. Я сам за него играл, я знаю. Спрейчики, аэрозольчики. Ну, все в таком духе. Нам надо будет вот этот гриб поставить. Но в то же время не забывай, что он может ему понизить атаку. Опа. Ну-ка. На тебе. Заморозочку. Срочно, так сказать, да? О, кто у него там, смотри-ка, сидит. Превратил, да, он его? Прям беда, ребят, какая-то. Иди отсюда. Ага, он опять за свое. Еще и вирус выставляет, прикинь. Так, придется сдувать кого-то. Так, влыбишь к нему. Поехали. Ну, этому крышка. Так, подожди секундочку, сейчас подумаю, что лучше здесь и как сделать. Давай я поставлю вот так. Нужно же нанести ему урон, да? Давай это пугало огородное уберем. И вот так поставим. Ох ты, твою ж дивизию. Смотри, что вытворяет. В рыцаря, да? Тут даже, друзья, я не знаю, что делать. Давай, наверное, сделаем так.
3, 2, 5, да, получается? Поехали. Воу-воу-воу-воу, тише, парень. А вот это плохо, друзья. А, он без... А он еще и сразу с эволюцией, ребят. Ну, это все. Это кранты. Чистый фарт. Тут по-другому не назвать. Просто чистой воды фарт, ребят. Да, ну, разбомбило, что? Не всегда же, ребята, выигрывать. Я говорю, нету грибов моих, мы бы давно бы его уже раскромсали, но... Ну, что это такое? Ты, молодец. Выдал он мне. Давай попробуем, я не знаю, к чему это все приведет. Наверное, ни к чему. Ни к чему хорошему для меня. Если честно, вот такой вот катки, ну не катки, а как сказать, я не видел. Такой колоды, сборки именно у ржавого разряда. Видишь, у него тут всякие... В основном все на заклинашках. Опять этот выпал, а? Ну, тут понятно, сейчас уничтожит. Да. Но опять же, мы могли бы его уничтожить быстрее, если бы нам выпадали бы нормальные карты. Карт не было, соответственно, мозги компенсировали долго. Попробуем теперь сыграть за зеленую тень. Шансов, конечно, на победу тоже не очень много. Ну-ка. Ага. Супермозг. Тут еще жучара, а? Блин, да что ж ты будешь делать-то? Что мне выдают-то все время такое вот? Ну вот все не то, что нужно. Понимаешь? Все не то, что нужно. Сейчас мы с тобой полетим вниз, по ходу дела. Вместо того, чтобы поднять ранг, мы его наоборот... Ну, потерять-то уже, конечно, не потеряем, но все равно. Сразу начинает добор делать. Самое главное, что мне сейчас даже ничего не поставить в противовес ему. Морозяшку мы оставим на потом. На третьем ходу сможем поставить этот гриб. Мне, ребят, не нравится то, что здесь начинаются доборы. Что у супермозга есть за колода с доборами, я не помню. Интересно. Вот даже как, да? И нам не прикрыть. Хотя почему не прикрыть? Можем прикрыть, в принципе. Но как по мне, лучше сделать вот так. Поехали. Опа, костеплюй.
Ну что тут думать, тут надо ходить. Так, защит сорвать, кто у нас? Надеюсь, выпадет мой удар. Отлично. Хорошо нам подфартило. Че, ну давай, делай что-нибудь. Еще три в лобешник получишь. Да, даже вот так вот. Молодец, красавчик. Смотрим, думаем. Можно поставить этого, в принципе, усилить. На воде можно разыграть, в принципе, неплохую колоду, да? Этого ставим. Получается, он сколько дает он нам? 1 плюс 1, 2 и 3. Это уже пятера. Сундучок. Сундучок. Наносит бонусную атаку, да? Давай сделаю, наверное, вот так вот. И вот так. Просто хочется посмотреть, что он будет дальше делать. Но заклинашки-то у него должны быть наверняка какие-то. Что он? На одних доборах. Во, видишь? Кровожадность. Он сюда поставил кровожадность, ребята. Опа, ты видишь, что он вытворяет? Сделаем вот так вот, да? Пожалуй-ка. И, наверное, вот так вот. Угу. Да ты достал, а? Все ищет карты. Все, друзья, он ищет карты. Уничтожил, да? Да, так сделаем. Поехали. О, меняет. Да менялся. Ладно, отыграли мы с тобой один проигрыш. Один проигрыш, блин. Ну что, еще разочек? Блин, хочется вот за бабаха поиграть, ребят. Не знаю, почему хочется, вот, но хочется. Опять ржавый резерв. Вы издеваетесь надо мной. Я только с ним дрался, и они опять. Видимо, хотят испытать меня, да? Как всегда, дают кучу. Ладно, поехали. Ржавый разряд наверняка имеет камень. И наверняка раздавит. Я удивлен. Но тот также начинал. Тихо, не спеша. Тихо, шифером шурша. Понижать атаку будет. Да ты что? 37-й ранг. Ты должен тут ушатывать меня налево и направо. Я удивлен, друзья. Я не знаю, что он тут делает. Для чего все это происходит? Ха-ха-ха. Ну, в лоб там все равно получит. Понимаешь, в чем дело? И этот прокачиваться будет. Защитка. Естественно, воспользоваться. Да ладно, ты же сейчас опять в лоб получишь. Ну, дело твое.
Как хорошо. Что он дальше будет делать? Опа. Опа. Ты серьезно? Друзья, что-то здесь неладное. Этот грибок. Хотя, в принципе, мы можем. Да вот так вот я сделаю. Поехали. Сейчас будем смотреть, что он там будет вытворять. Окей. О, вирус. Еще 3 в лоб, пожалуйста, ему зарядите. Да ладно, блин. Хорошее, конечно, растение, но выпадает оно не вовремя. Давай посмотрим. Так, 3 в лоб. И он опять вирус включает свой, а? Да ты... Угу, еще лобешник давай ему. Так. Давай кого-нибудь из них уберем отсюда. Ну и все, наверное, доигрался парень на скрипке-то. И доигрался же, да? Или не доигрался? Погнали. О, алхимик. Ты серьезно сейчас? Ага, превращает кого-то в другого. Ну все, ребята, ему крышка. Я думаю, тут нетрудно догадаться, да? Плацдарм у нас есть для того, чтобы его просто наказать. А наказывать будем вот через вот эту фасоль. А тут уже пускай хоть что, хоть заставляет, хоть что. Тут уже его ничего не спасет. Поехали. Все. Начал он резво. Он бы мог меня победить, если бы у него было бы что-то на воде. Ну и последний нам. До ранга, до 39-го бой. Но наверняка сейчас как-нибудь пойдет что-нибудь не так. Тем более... Ой, профессор мозг атака. Этот со своими доборами, со своим курабойщиком. Ну, я думаю, что все прекрасно понимают, о чем я говорю. Что за курабойщики вообще? Угу. Где единичка, это хорошо. По центру можно ставить пока. Ну, чуть ли не все, что мы захотим, да? Опа. Спасибо большое. Так, ну что, проверка дальше идет? Ага, шаманс. Все-таки больше у него ничего не оказалось. Как замечательно.
А он бомбит. Это не считается? Нет, не считается. Давай, используй свою заклинашку, чтобы я тебе влеп... не стал. Смотри-ка. О, как ты, да? Как ты, братуха, лихо тут заварганил. Ну, давай. Хоп. Не понял. Чё-то я там лопухнулся, друзья, видимо, где-то, да? Да буры мне вот эти вот не нравятся. Вообще не нравятся, ребят. Вообще не нравятся. Ну что на этот раз у тебя там начинается? Бзикус какой-то. Начинается у него какой-то бзикус. Так, здесь бомбанем. Так, сделаем. Кто у него тут выпадет? Кошарь. Да, я понял. Я, друзья, все прекрасно понял. На чем он хочет играть? Еще танцоров своих. Этот, соответственно, прокачивается, ребят. Он танцор. Чего? Убивает этого, что ли, мне? Или что, или в лицо бомбит? Ничего новенького я тут не увидел. Так, кошатница минус. Так, ну, ребят, этого убираем отсюда. Чё он тут? Нам не нужен здесь. 100% тебе говорю. Сейчас посмотрим, кого он тут будет. Ага, добор энергии. О, как, смотри, что делает. Понял? Слушай, парень, вот так вот нам не канает вот эта твоя фигня вся. Поехали. Чего? А, превращает кого-то в другого? Во как. Опять энергию взял. Бонусную атаку наносит. Давай вот так вот заморожу этого чудика. Вот здесь кто у него появится? Спортсменушка, ладно. Так. Прокачались, да? Ушлепки мелкие. Окей. На самом деле, друзья, я не знаю, что мне здесь сделать. Добор, да? Бонусную атаку, если только нанести. Ну, прокачался ты, предположим, да? Тут, конечно, надо как-то... Ну, к примеру, мы сделаем вот так вот. Ай, тупанул, опять неправильно сделал. Сделаем так, вот так, например.
Здесь вот так. Ну и посмотрим, ребят. Если у него сейчас есть как-то нас подбить или еще что-нибудь в этом роде, то мы сфейлимся. Но нет. Вот это, конечно, очень сильно раздражает. Плюс у него срабатывает Эврика или что там у него. Но добор у него будет. А, вот как он. Да ты посмотри, ему и выпадает чудик, который, блин, дает ему дополнительную энергию. Ну что ты будешь делать? Ну вот, смотри, что происходит, ребят. Че, я не знаю, бомбим так, что ли? Растение получает это 6. Поехали. Так. Так, сейчас еще двое. Ага, он заменил, да? Вам лицо не получит. Че у него 4, да? Все, ему крышка, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой, ему крышка, вот сейчас добьем. Надеюсь, на воде у тебя нет танцоров, нет? Тогда получай. Все. Победа, ребята, победа. И, соответственно, мы переходим с тобой на следующий ранг. Да ведь? Да. 39-й. То есть еще один ранг, и у нас будет 40-й. Сколько нам осталось набить? Ну-ка, покажите, пожалуйста. Блин, 65. Какие задания? Нанесите 20 единиц урона героям Нептусию. И сыграйте 5 зомби, которые стоят не больше 3 мозгов. Ну что, переключаемся на Нептусь. Играть за нее я, естественно, не умею. Но задание сделать надо. Изменить. А что там у нас? 6 новых карт. Нептусь, спортивная колода. Серьезно? Ну, хорошо. Давай тогда попробуем сыграть на этой колоде. Не знаю, ребят, получится, нет? А вдруг? Так, у нас баллончик тут есть. Это есть. Сундучки. Ну, давай, наверное, вот этот ландшафт еще возьмем с тобой. Пробуем. Интересно. Что это у меня за экспериментальная колода на Нептусе? И чё, гриб? Ребят, ну у нас резулька есть? Есть. Даже не знаю, что и сделать-то. Попробуем. Так, сумма есть, есть. Надгрубие есть. Грибы, естественно, ребята, грибочки. Два, два, два. Три, два, три. Посмотрим. Но здесь фейлимся. Я, во-первых, Нептусью не умею играть. Это раз. А во-вторых, я знаю, что такое
ночной колпак, поверь мне, не понаслышке. Вот и начинается веселушка. Не побоялся же выставить, ребят? Так а что бояться, да? Значит, давай вот так вот. Ну, естественно, он сейчас кого-то сюда поставит. Да ладно, ничего не стал ставить. Тогда убьем. Блин, я пока не буду, ребят, пригодится. А я не удивлен. Вообще нисколечко. Ты смотри. Ой, какой. Все прям растратил. Ну, молодец, умница. Хе-хе-хе, только тебе это не поможет. Наверное. А давай вот так вот сделаю. И вот так вот. Миксы, шмиксы, посмотрим, что у тебя там есть. Угу, микс. Потратил. О, ягодка вышла, отлично. Все, поехали. Блин, у меня карт нет, у меня какая-то... Все, боевуха одна. Ну что, выставляем. И сюда. Три единицы урона. Как скажете. Это, конечно, будет прокачиваться. Вот это смешно было на самом деле. И нелепо. Но он ждет гриб, он ищет гриб, ребят. 100% вам говорю. Он вынюхивает, выискивает его. Пора уже, наверное, наносить урон, я думаю. Да? Два гриба. Опа. Так, ну мы ему сейчас десятку-то тоже впаяем. Ай-яй-яй, как хорошо, ребята, аэрозолька. Но сейчас он будет тут выставлять. Вот, смотри, что делает. Так, два в лицо. Угу. О! Ой, напугал, ёпарсы ты. Ты серьезно сейчас вот это вот делаешь? Парень. Погнали? Че, фокус, я смотрю, с грибами-то не получился у тебя, да, парень? Ой, вирус. Ребята, вирус выпал. О-о-о-о. Нашел выход из положения, прикинь. А мне даже поставить нечего, ребята. Ладно, защита сработает, в принципе, ничего страшного. Я вот так вот я сделаю. Угу. Блин, прикинь, у меня нет ни одной боевой карты. Во, выпало. Давай вот так вот сделаю. Блин, да вы серьезно, что ли, а? Поехали. Ай, ребята, вот это фарт. Вот это фартовочка, надеюсь. Вот это круто. Или не круто? Да, ну должно быть круто. Ну,
Ну какого лешего-то, а? Погнали. Да, проиграть это так нелепо, если честно, ребят. Все? Ягоды довеселились. Так, ну их в расход, ты понимаешь, да, сам? Здесь вот так сделаем. Ну давай вирус используем. Медик! Слава тебе, как говорится, медик, что ты у меня есть. В этой... Ой! Ой, ребятушки! Ать! Ну что, виноградик? Да ты заколебал, а? Так, подожди, а зачем мне так делать? Вот так, наверное, надо проще сделать, да? Пум-п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 ум. Так, смотрим. И... Прикинь, если у него сработает защита. Поехали. Нет! Нет, ребята! Не срабатывает у него никакая защита, и мы пробиваем. Вот такой вот был поединок с этим колпаком, с ночным. О, я сразу все задания выполнил. Сколько там нужно? Блин, 15, ребята, всего лишь кристаллов. Всего лишь 15, не хватает, ты понимаешь? Это ничтожно мало. Создайте главу семьи, да тут все... Так, создайте лупу. А что за лупа-то? Создайте лупу и нажмите на нее в коллекции. Это у подсолнуха. Ну давай посмотрим, что это за лупа-то. Я, честно сказать, не знаю. Подсолнух. Покажи мне, пожалуйста, какую лупу я должен создать. Ну, хоть убей, я не знаю, ребят. Лупу. Так название такое. Создайте лупу и нажмите на ключ. Я без понятия, какая лупа. Ладно, ребят, давайте мы тогда на сегодня закончим серию. Обязательно увидимся уже в следующей. И, наверное, надеюсь, набьем 40-й ранг и отметим это паком. Да? Отметим это 10 паками. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.